Так, следующий ролик называется «Убийство Аль-Муалима. Assassin's Creed». Опять. Странно, мы смотрели на прошлом вот этом Assassin's Creed, блядь, «Убийство Аль-Муалима». Давайте посмотрим еще раз. Так, ускорим только чутка. Что это? А, нам покажут битву с ним. О, ученик вернулся. Я никогда не убегал. И никогда не слушал. Поэтому я жив. Что мне с тобой сделать? Отпустить. О, Альтаир. В твоем голосе ненависть. Отпустить тебя. Это будет неразумно. Отпустить зачем тебя? Тебе? Я нашел доказательства. Доказательства чего? Что ничто не истинно. И все позволено. Сюда. Уничтожить предателя. Избавить. Охуеть, ничто не истинно, все позволено. От него мир. Но, сразись со мной, или боишься? Это все? Я сражался с тысячами людей, и каждый из них был сильнее тебя. Все они мертвы. От моей руки. Я не боюсь. Докажи. Чего я могу бояться? Взгляни, каким могуществом я управляю. У тебя есть последние слова? Ты солгал мне. Назвал злом цель Робера, хотя у тебя была такая же. Я никогда не любил делиться. Ты не победишь. Другие найдут силы восстать против тебя. И поэтому, пока у людей сохраняется свобода воли, мира не будет. Вот, надо лишить людей свободы воли. Типичный пиздеж такого авторитарного чувачка. Я убил человека, который так говорил. Который хочет изменить мир к лучшему, по его мнению. Смело, но это лишь слова. Тогда отпусти меня, я перейду от слов к делу. Скажи мне, повелитель, почему ты не подчинил меня, как остальных ассасинов? Почему сохранил разум? Кто ты и что ты делаешь, слишком сильно связаны. Лишить тебя одного, значит лишить и другого. А тамплиеры должны были умереть. Но ты прав. Я пытался. Тогда, когда показал тебе сокровище. Но ты не такой, как другие. Ты видишь сквозь иллюзии. Иллюзии? Это все, на что способно сокровище крестоносцев. Частица Эдема. Слово Бога. Теперь ты понимаешь? Воды моря не расступались. Вода не превращалась в вино. Не Ириния начала Троянскую войну. А вот это. Иллюзии. И только они. Твой план тоже всего лишь иллюзия. Заставить людей против воли идти за тобой. Чем она хуже фантомов, за которыми идут сарацины и крестоносцы? Кровожадных богов, подвинувших мир, в котором люди убивают друг друга с их именами на устах. Я просто даю им одну иллюзию вместо другой. Ту, что не требует столько крови. Они сами выбрали себе фантомов. Вот как? Ты не слышал об обращении еретиков? Это неправильно. Ты же логика тебя подвела. Ты обратился к эмоциям. Я разочарован. И что же нам делать? Ты за мной не пойдешь, а мне тебя не заставить. А ты не оставишь свой жестокий план. Похоже, мы в тупике. Нет, в конце пути. Я буду скучать, Альтаир. Ты был лучшим учеником. Ученик не может убить учителя. Ничто не истина. Все позволено. Да будет так. Ты победил. Забирай свой трофей. Ты держал в руках огонь, старик. Его нужно уничтожить. Уничтожить то, что может остановить крестовые походы и принести мир? Да, нахуя останавливать крестовые походы было? Хорошая вещь. Никогда. Я сделаю это. Посмотрим. И при этом я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это томление духа. И по многой мудрости многие отвечают. И кто умножает познание, умножает скорбь. Уничтожь ее.
Уничтожь, как я и сказал. Я не могу. Можешь, это я. Но не станешь. Готово. Прикольный музончик.